Короче, переселила Гелика в клетку, где щенки были. Вот у него одна лапка, вторая не сильно. Видите, она у него не заживала. А это стал он активнее бегать со всеми, активно стала распухать. Вот. Одеялько мы его взяла и перенесла. И все, мой сладкий Гелик. Ну все, малыш, придется жить тут пока. Да, глазки по 5 копеек. Вот тебе твое вонючее одеяло с вольера. А, жопонька. Кто не помнит, Гелик нам с Гелем... Видите, как лапы потащил? Вот. Вот. Тихо, тихо. Куда ты? Нет. А все. А все. Все. Солнышко, не бойся. Короче, они у него то работают, то не работают. Вот. Врачи сказали, лучше туда не лезть с операциями, иначе просто будет спинальником. Да, мой сладенький, маленький мой. Вот, так что пока здесь будет до полного заживления лапки. Масик мой, масик мой, мой масик. Мои глазочки мои, глазюлечки мои. У него была травма позвоночника. Упасть он так сильно не мог, потому что они, как кошки, приземляются на лапки. Скорее всего, кто-то его стебанул по спине. Вот, так что пока будет тут, вот так ему. Место тут. Да. Ты все равно целый день в домике сидишь, от всех прятаешься. Мои сладенькие глазючки, мои носички. Сейчас, мой зайчонок, все тебе мама сделает. Сейчас, лапки залечим твои. Будешь давать бинтовать, будешь со всеми в вольере. Да? Зай. Сейчас придумаем что-нибудь.